Так, сегодня папочка будет солить капусточку. Это первый такой, это самое. Сначала он ее рубит. Рубит, Сережа, да? Как называется? Шинкует. А, шинкует. А сколько будет? Килограмма 4, 5? 8 килограмм. Ого, 8 килограмм капусточки будем делать. Ну, пока шинкует, пускай шинкует. Так, капусту он пошинковал. Теперь доедает кочаны. Кочерышки. Кочерышки доедает. Ну, хайду есть. И будет морковку. Вкусно? Да. Ну, хорошо. Ждем, пока ты будешь чистить морковку, так? Ну, все, ладно. Ешь. Так, Григорич пошинковал морковочку. Это на 8 килограммов капусточки. Вот такое количество морковки. Ну, не сильно много. Так, чтобы немножко красиво было. Вот. Морковку кидаешь на свой вкус. Ну как, да. Как тебе нравится. Как тебе нравится. Можешь, так чуть-чуть можешь больше. Ну да. Это он все делает вот по... Это он капусту... Не, ну это я примерно... Капусту сколько чистого веса у него получается. Вот такой вот капусточка. Здесь 8 килограмм. Это вот на 8 килограмм. Вот такое количество морковочки. Можно сделать. Больше, можно меньше. Ну, это как да. На любителя. Ну, а на соль ты нам скажешь или не скажешь? Ну, соль тоже как на любителя. А-а-а. Ну, примерно на глаз. А, на глаз, да, хорошо. Ну, ты секрет свой не откроешь, сколько соли. Нет, не откроешь. Ну, жалко, конечно, потому что ты делаешь очень вкусную капусточку. Вот. Так, вот мы начали мешать капусточку с морковочкой. Ты постепенно вводишь морковку, да? Ну вот, постепенно она, капуста стала влажненькой. Все, сейчас ты будешь ее в ведра. Так, сейчас готовая капуста опускается вот в такую тару. Ее надо там очень хорошо придавить, чтобы она была плотная-приплотная. И за все силы кулачками так папа делает. Кулачками. И доверх. Вот это все 8 килограмм. Уместится в двух ведрах, Сережа? Вот в двух таких, в такой таре будет 8 килограмм капусточки. Потом поставим ее на подоконник. В теплое место, да? Возле батареек, чтобы она на 3 дня готовилась. Ну, вот такая капусточка у нас очень вкусная. Быстро естся. Ну все, на сегодня хватит.